И снова здравствуйте! Сегодня мне бы хотелось поделиться с вами своей находкой по уходу за собой, своей находкой из раздела косметологии. У меня появилась новая любимая марка. Марка называется Medic 8. Это вот такая вот косметичка, собственно, как раз марки Medic 8 с ее продуктами, о которых я вам чуть попозже расскажу. Марка Medic 8 – это британская марка. Создатели марки говорят о том, что именно синтез медицины и косметологии лег в основу основных препаратов марки. В марке Medic 8 существует несколько линеек препаратов, которые направлены на решение различных проблем, такие как гиперпигментация, такие как купероз, такие как дегидратация вашей кожи, соответственно, ее обезвоженность, такие как решение антиэйдж проблем и проблем жирной кожи, проблемной кожи, кожи с акне, которая тоже, собственно, требует особого эффекта. Марка Medic 8 является профессиональной. О данной марке я также узнала из блога моей любимой Лизы Элдридж. В своем блоге она хвалила два продукта марки Medic 8. Это был SPF защита 30, Broad Sunscreen, и также она рассказывала про сыворотку гиалуроновой кислоты, которую она использует в своем каждодневном уходе. Я очень заинтересовалась данной маркой, к сожалению, я ее долгое время не могла найти, совершенно случайно наткнулась на нее в одной из своих поездок в аптеке. С большим восторгом я исследовала всю линейку марки Medic 8, выбрала те продукты, которые заинтересовали меня. И сейчас я готова с удовольствием вам о них рассказать. Итак, начинаем рассматривать. В той аптеке, где я нашла данную марку, я купила 4 продукта. И, соответственно, я получила в качестве подарка данную косметичку. Что меня заинтересовало конкретно в этой марке? Честно скажу, ту SPF-защиту, про которую рассказывала Лиза Элдридж, я покупать не стала, потому что у меня есть SPF защиты, которая меня на данный момент вполне устраивает, но я с удовольствием обратила внимание на состав Hydr 8 B5. Это состав с гиалуроновой кислотой. Данная сыворотка в объеме 30 мл. Она с пипеточкой, с дозатором. В принципе, по своему принципу данная сыворотка очень похожа на увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой доктора Себа. Здесь, как мы видим, объем 30 мл, в отличие от доктора Себа, где объем 20 мл. Сыворотка прозрачная, легкая. Я с удовольствием ее наношу сейчас, по утрам, под мой дневной легкий увлажняющий крем с SPF защитой в качестве дневного увлажнения. И она мне очень нравится, она моментально впитывается, не оставляет никакой липкой пленочки, не забивает поры, не вызывает дополнительной жирности в моей коже. Как я уже сказала, увлажняющую сыворотку Medic 8 я предпочитаю использовать по утрам, а по вечерам я сейчас наношу на свою кожу после тонизирования еще одну сыворотку Medic 8. Это сыворотка Retinol 6 TR Advanced Night Serum. Это сыворотка в объеме 15 мл. Таких сывороток в линейке Medic 8 существует несколько. Данная сыворотка с ретинолом Retinol 6 TR есть еще в концентрации Retinol 3 TR. Данная сыворотка помогает вашей коже обновляться, она выравнивает текстуру вашей кожи, улучшает ее внешний вид, борется с постакне, помогает регулировать выработку себума. Несколько капель данной сыворотки наносится на лицо. А наносить каждый день эту сыворотку не стоит. Она наносится на лицо 1-2 раза в неделю, и после нее через несколько минут следует нанести ваше базовое увлажнение. В моем случае я буду наносить Skin Balancing Mattifying Hydrator. То есть принцип работы данной сыворотки будет такой же, как и в марке Ultraceuticals, когда мы сначала наносим концентрат кислотный, а потом мы наносим увлажнение, которое не позволит той сыворотке, которую мы нанесли перед, пересушить нашу кожу и навредить ей. В марке Medic 8 существует ретиноловый концентрат для кожи вокруг глаз. Его я, честно говоря, пока что не успела купить, но он меня очень заинтересовал, поэтому я так думаю, что в ближайшее время я этот недочет и эту свою оплошность исправлю. Помимо ночных сывороток, в марке Medic 8 меня очень заинтересовала вот такая вот позиция. Это бета-гель. Это блемиш-гель, который содержит салициловую кислоту, ацелаиновую кислоту, неоцинамид он также содержит. В данном случае здесь объем
небольшой, всего 15 мл. Но этого вполне достаточно, так как данный гель наносится локально с помощью вот такого вот дозатора. Непосредственно те зоны вашего лица, вашего тела, где у вас есть какие-либо высыпания, раздражения. И, собственно, это средство для локального нанесения на какие-то прыщечки. Не скрою, что в первую очередь, конечно, я смотрела на линейку по уходу за проблемной кожей. Один из продуктов в этой линейке, который меня заинтересовал, это продукт Beta Moisturize Skin Balancing Mattifying Hydrator. Это дневное увлажнение от марки Medic 8, которое содержит бета-глюкан, ниацинамид, пробиотики. Данная позиция у нас в объеме 50 мл. Она вот в такой вот бутылочке с вот таким вот дозатором. Это легкая полупрозрачная эмульсия, которая наносится на ваше лицо, мгновенно впитывается. И на данный момент я использую данную эмульсию совместно с вот этой вот Skin Rehydration Serum для моего дневного увлажнения и ухода за лицом в дневное время. То есть я сначала очищаю кожу моего лица, потом я ее тонизирую, потом я наношу вот эту вот сыворотку гиалуроновой кислоты. В качестве следующего шага я через несколько минут тонким слоем наношу Skin Balancing Mattifying Hydrator, и потом на ту зону, где мне нужно, я наношу локально SPF-защиту, достаточно высокую, с фактором 50. Собственно, вот таким вот на данный момент является мой дневной ритуал ухода за моей кожей. И помимо косметички, мне, кстати, еще подарили вот такой вот замечательный маленький, его же самый Skin Balancing Mattifying Moisturizer, вот в таком вот сэмпловом варианте в объеме 5 мл, который я с удовольствием с собой использую в поездках для того, чтобы не возить большой полноразмерный продукт. Как вы знаете, я не очень люблю много с собой лишнего таскать. Конечно же, то, что я вам говорю, это не реклама. Я сама, узнав и прочитав всю эту информацию, очень заинтересовалась. Когда я что-то узнаю, когда я что-то читаю, что вызывает у меня интерес, мне, конечно же, хочется попробовать, потому что, судя по тому, что я прочитала, данная марка очень и очень достойна и как минимум заслуживает того, чтобы обратить на нее внимание и приглядеться к ее позициям. Став по собственному личному выбору клиентом этой марки, попробовав те позиции, которые меня заинтересовали, я понимаю, что марка очень и очень достойная, и к моим любимчикам теперь присоединилась еще одна марка, марка Medic 8, марка из Великобритании, молодая, качественная и уникальная во многом благодаря своим потрясающим новинкам, разработкам. Насколько мне известно, марка Medic 8 на данный момент не представлена в интернет-магазинах, хотя, возможно, я ошибаюсь. А я знаю, что существует сайт www.medic8.com, это международный сайт на английском языке, и также существует сайт www.medic8.ru. На нем есть вся информация по продуктам марки на русском языке. Я уверена, что на этих продуктах мое общение с маркой Medic 8 точно не закончится. Я, скорее всего, буду докупать для себя какие-то еще продукты из этой марки и с удовольствием буду вам о них рассказывать. Так что следите, пожалуйста, за моими дальнейшими выпусками и пока-пока!